Ну хорошо, если у вас есть какие вопросы, то пожалуйста. Я все сказал, больше ничего не знаю. Пожалуйста, можете мысленно задавать вопросы. Я очень люблю, когда задают мысленно. Я тогда сижу и мысленно отвечаю. И вот сидим 2 часа, друг на друга смотрим, молча. Вопросы и ответы. Правда, здорово? Исаак Сирский сказал, что есть люди, которые борются со страстями, и они остаются на одном уровне. А это не дает им еще больше одухотвориться внутри. И сказал он, что если ты хочешь больше, нужно смотреть не на страстей и борьба с ними. Это тоже важно. А на то, как типа смотреть на Христа и на добродетели Христа. Ой, я смотрю на добродетели, а себя не вижу, сколько у меня гадостей. До тех пор, пока я не увидел, что я болен, я лечиться не буду. Только когда я увижу, что я даже не могу ни осуждать, не могу ни завидовать, не могу прочее, ничего не могу, тогда я, может быть, возьмусь. Оказывается, надо же понять, что такое страсти. Это болезни. Как мы телом заболели, как мы лечимся сразу, ищем врачей, где, что, чего. А здесь больны насквозь. Вы знаете, иногда я произношу фразу такую, за которую меня ругают. Вот, ругают, ну вы не будете ругать, правда, если я скажу. Нет, сказать, ну, не будете, нет, камнями не побьете. Но я тихонько скажу. Не тронь, а то пойдет вонь. Вот до чего хорош. Вот пока этого не увижу, я тогда не могу начать бороться с собой и действительно созидать своего внутреннего человека. Это нужно делать. Да? Алексей Ильич, вот вы сказали, что надо смотреть на свои страсти и бороться с ними. А вот когда ты понимаешь, какой ты испорченный внутри, когда ты видишь свои грехи, как, с чего начать, чтобы исправляться, чтобы не упасть в ныне, чтобы, когда все вокруг говорят тебе, что вот ты такой и такой, и ты замечаешь эти свои качества, ты хочешь хорошего для других, когда ты общаешься, а вот получается плохо. Получается плохо. И как впасть в уныние? Не впасть в уныние, да? Не впасть в уныние. Я вам скажу так. Я ничего же не сказал о том, как это делать. Я же ничего не сказал. А как это делать? Я вам скажу еще одну вещь, но уже трагическую вещь. Трагическую. Верующие люди, верующие, искренне верующие, совсем не умеют молиться. Не молятся, точнее сказать. Молятся только тогда, когда что-нибудь случится. Вот тут да, тут уже мы молимся, знаете, 1000 записок, и всех поднимем на ноги. Вот привозят, ну, какую-нибудь святыню, куда-нибудь стоят. Проведите эксперимент, то есть вы никогда не проведете, это невозможно. Но вот стоят вот сотни, тысячи людей, так? Знаете, зачем они стоят? Знаете, зачем? Наверное, знаете. Никто из них не скажет: «О, святителю Спиридоне, помоги мне избавиться от зависти». Вы откуда такие? Что вы? Помоги мне квартиру добыть. Вот это другое дело. От зависти, чтоб верующий человек. Или сказал, от гнева, или от лукавства. Вы слышите, какие мы материалисты? Нам только дай благо на земле. Не понимаем, оказывается, что дух, наше духовное состояние, определяет
всю нашу жизнь, и если у меня в душе неприязнь, злоба, осуждение, ненависть и так далее, что вы ждете от меня тогда? Ничего не дождетесь доброго. И сам я, главное, буду таким же. Вот беда-то какая. Вот мы не можем молиться совсем. Почему об этом говорю? В связи с вашим вопросом. Мы не молимся, и потому ничего не получаем. Точнее, молимся неправильно. Мы молимся: «Дай, Господи, чтобы у меня не болела, как я всегда говорю, не болела печенка, селезенка, да, и так далее». Как нужно молиться? Как нужно молиться? Святые отцы прям запрещают, говорят, нельзя с усилием ни о чем молиться. Варсонофий Великий говорит, нельзя нас требовать от Бога, дай мне исцеление, потому что мы не знаем, что нам полезно. Мы же не знаем, а требуем, потому ничего не получаем. Не подумайте, что Бог, мол, сказал, коль вы такие, вот я вам не дам. Да нет. Наша душа становится неспособной к принятию благодати Божией. Как Христос молился в Гефсиманском саду? Вот как надо молиться. Видя жуткие пытки, он говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Жуткие пытки видя. Если у нас всегда бывают всякие скорби, неприятности и так далее, так он научил нас молиться, Господи, ты видишь, что я хочу, но да будет твоя воля, а не моя. Вот это трудно. И святые отцы говорят, что по мере того, как человек, когда действительно, вот внутренне согласится, Господи, как ты решишь, так пусть будет, я все принимаю, любой вариант. Тот человек, кто действительно так уже осознает, как правило, получает полное исцеление. А то мы не верим Богу, дай, Господи, мне и все, чтобы меня дочка замуж вышла, а муж не пил или еще что-нибудь. И молимся. В общем, язычество полное. Дай нам благо на земле, а твои вечные блага там. Ну, в общем, точно знаете, как происходит, что ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот так мы и живем, потому ничего не получаем. Кстати, учтите, как жалко, могли бы получить же, могли бы. Нет, не получаем, потому что свою душу коверкуем. Вот этой настойчивостью, вот это «дай мне это и это, Господи». Молиться не умеем мы. Молиться не только в этом плане, я хочу сказать в другом. Игнатий Брянчанинов, великий святитель, писал, молитва без внимания, совершаемая, является оскорблением Бога. И когда мы вычитываем молитвы, вы понимаете, что происходит? Попробуйте к начальнику прийти, и ему вычитывая, куда направо-налево оглядываясь, вас выгонят тут же. А к Богу мы обращаемся как? Без внимания – это не молитва. И вот он предупреждает, поэтому надо начать учиться молиться. Начать нужно, тогда увидите какое-то благо. Без молитвы ничего не добьемся. Потому что молитва соединяет человека с Богом, соединяет с благодатью Божией. Тогда мы становимся более сильными, более светлыми, более чистыми. Только так. Ну хорошо, эта тема большая. Алексей Ильич, у меня вопрос следующего порядка. Как обществу, которое
котором мы сейчас находимся, и в котором большая часть не верит в бессмертие души, объяснить греховность их поведения по отношению к христианству. Если он не верит в бессмертие своей души, он живет сегодняшним днем и этим миром. Он получает наслаждение от жизни этой. Даже вот этот гомосоциализм. Он за любовь, он же не за смерть, не за войну. Это его правда. Вот как эту часть общества, которая не верит в бессмертие души и которая отравляет остальную часть общества, вразумить? Вы задаете такой вопрос, но, наверное, вы читали Евангелие. Христос обращается к людям. Много людей приняли это. Многие ли? Помните притчу о сеятеле? Только одна часть приняла. Есть люди непробиваемые. Вот поэтому говорят, что, во-первых, проповедовать может только тот человек, кто поставлен на это. Во-вторых, проповедовать надо со смирением в смысле, с осознанием того, что я такой же грешный, как и вы, о котором я говорю. Я ничуть не лучше вас. Не подумайте, что «о, греховодники, а я святой», вам говорю. Со смирением действительно необходимо. Тут требуется для кого-то, можно это объяснить, поговорить о смысле жизни, поговорить о том, что если Бога нет, значит, это вера во что есть? Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть. Ну, радуйся, голубчик, радуйся, что ты тебя вечная смерть ожидает. Какая радость на тебя, ах, ах, ах. Да? И напротив, что христианство говорит. То есть требуется работа, я вам скажу. Вот то, что, чем занимается апологетика. В какой-то мере аргументы разумные, они могут для человека ищущего помочь. Только ищущего. Не ищущему, как горох к стенке. Ничего не поможет. Поэтому нужно всегда смотреть, кому говорим мы. И Господь прямо предупреждает, употребляя страшные слова. «Не мечите бисера перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». О, как! Как нужно быть даже осторожным в проповеди христианства! Разумно и со смирением нужно, и разумно, рассудительно. Не принимается – все не надо. Ни в коем случае. Алексей Ильич, вопрос особой важности. О, с неба! Вот это я понимаю! Является ли православие идеальной средой, единственной идеальной средой для создания семьи и человека в частности? Потому что моральную часть проповедует или предлагает другие религиозные профессии. Православие – это единственное идеальное? Нет. Что значит идеальное? Мне кажется, семья существует из начала человечества. И мы находим очень много примеров в человечестве, находим великолепных семей, прекраснейших. Вон, я помню, сейчас в Индии забыл я. А, Тадж-Махал, например, нам показывали, какую великолепную гробницу построил любимой жене там этот индийский раджа один. Сколько было семей, почему же? Это дело естественное. Семья – это дело природное, вы слышите? Это естественное, природное. Христианская семья чем отличается? Чем? Только тем, что здесь идея совсем другая. Вне христианства. Это идея какая? Дети, продолжение рода человеческого, устройство. Христианство называет семью малой церковью, то есть той средой, в
которой он и она друг другу помогают в деле спасения. Вот чем она отличается. Вот в чем. И здесь, естественно, она может стать действительно той идеальной ячейкой общества. А крепкая семья почему же существовала и существует, и может существовать и вне этого, но не будет духовного начала. То, о чем говорит христианство. Вот так. Все, что вы сказали, мы уже почувствовали и чувствуем в нашей шкуре. Все, что связано с пропагандой, моральностью. Не является ли индифферентность духовная и морально-социальная наших христиан причиной этого поучения? И второе, что должна сделать церковь как народ и как священноначальник? Здесь проблема в моем убеждении. Этот народ – это только отзеркаливание. Пора не в том проблема, что пора, как говорят другие, смотрите уважно. То есть как мы можем противостоять церковь, народу и священноначальнику? Спасибо. Ну, прежде всего, я хочу вам поделиться. Вы сказали, вы дошли до этого. Я вам скажу, до чего я дошел. Не докатился. Извините, а то подумать, что докатился. Нет, я сделал открытие однажды, потрясающее открытие, которым я делюсь со всеми. Знаете, мы же молимся о многих вещах, правда? И вот я открыл, что Бог умнее меня. Я все время думаю, вот не понимает он там, сидит где-то такой, не знаю, в каком созвездии, в какой-то галактике. Мне надо вот это, вот это, вот это. Он не понимает. И только вот потом до меня наконец дошло, что он умнее меня. О, это какое открытие великое было. Замечательное открытие. Я вам скажу. Невозможно проповедь православия без того, чтобы мы не были сами православными по жизни. Мы в наших духовных школах обращаем очень много внимания на образование вот этой вот коробочки. Набиваем туда столько знаний, столько формальных знаний. Я вам скажу, это подчас становится бедой. Я вам приведу пример. Например, очень известный всем богослов, протоиерей Сергий Булгаков. Он же до этого был Сергеем Николаевичем Булгаком. Преподавал политическую экономию. А до этого, как он стал профессором политической экономии, он, будучи сыном священника и учась в семинарии, убедился, что никакого Бога нет. Вы слышите? Это до революции. Мы говорим, о, до революции, смотрите, что было, православная Россия. Ничего мы не знаем. А мне лично, вот игумен Никон Воробьев, которого, может, вы слышали, лично мне говорил, что уроки закона Божьего у них превращались в уроки острот и кощунств. Вы слышите? Он учился как раз в 900-х годах, перед революцией. Вот, оказывается, что можно сделать. Задача духовного образования совсем другая. По существу духовной школы мог бы быть только хороший монастырь. А то, что мы называем духовные школы, они не духовные, они богословские. А теперь даже и богословские, не скажем, теологические, как уже во совсем на Западе, да. То есть это один богословие, один из предметов среди прочих предметов. Как это в университетах? В частности, это беда. Вся задача проповеди христианства и обучения – это воспитание, как говорят, нового человека. Вот я привел Ильина, да, он правильно сказал, педагог – не ликвидатор безграмотности, а воспитатель. А вы знаете, что говорил, например, Пифагор?
пифагорейцы. Вот, наверное, не знаете, но по секрету скажу. Да. Пифагор-то мы все знаем, правда же? Пифагоровы штаны, ну как же мы без них можем жить, без пифагоровых штанов? Еще бы. А ведь что говорил? Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить. Слышите? Это не сосуд, который надо наполнить всякой всячиной. А знаете что? Факел, который надо зажечь. Вот оно что. А зажечь может только тот, кто сам горит. А если я сам язычник и только языком болтаю, а все на меня смотрят и говорят: «Хорош, хорош, богослов». Говорит-то красно, а сам какой? Или священник скажет, или... Ой, о нет, дальше не говорю, о, чуть не поднялся выше совсем, ой. Нет-нет, я архиереем не говорил, не говорил. Так, когда если мы говорим, а показываем пример противоположный, тогда это страшная беда, о которой Христос сказал: «Горе тому, кто соблазнит единого от малых сих, лучше его мельничным жерном на шею повесить и утопить в море». О! Уже сильнее не скажешь. Вот это надо всегда помнить. Как делать выбор верующему ученому, если он видит противоречие между церковными догматами и данными научной картины мира? Ни одного нет научного факта, который противоречил истинам христианства. Слышите? Ни одного. Я в 1965 году был назначен преподавателем Московской духовной академии. Сразу стал выписывать журнал «Наука и религия», «Вопросы философии», «Наука и жизнь». Приходил на лекции с журналом «Наука и религия» и разбирал все вопросы. Ни одного нет научного открытия, которое противоречило бы христианству. А эти эволюции? Совсем недавно, выступая в университете в Ставрополе, выступая, там я выступаю, и вдруг встает профессор и говорит: а вот как же, вот вы говорите о каком-то творении, а наука вот говорит об эволюции. Я отвечаю: простите, вы же знаете, в науке нет, не знает ни одного факта, чтобы неживая материя породила жизнь. Вы разве знаете какой-нибудь факт науки? Где? Нет его. Нет. Так тогда почему вы утверждаете, оказывается, свою веру вы даете за научный факт? Наука не знает ни одного факта. Раз. Во-вторых, не знает и закона такого, по которому бы неживая материя могла породить жизнь. Нет такого закона. И тогда почему же мы это утверждаем? Почему в школах это преподаем? Веру. Что из этой грязи, вот лужа грязи, да, вдруг возникла жизнь. Ай-яй-яй, я говорю. Так где больше веры? Мы считаем, разум является источником жизни. А вдруг кто-то такой придумал, эволюция породила. Но даже если бы было действительно доказано, что оказывается, действительно, неживая материя при каких-то обстоятельствах, не знаю каких, могла бы действительно породить жизнь, я вам отвечу, это ни на одну йоту не противоречило бы христианству. Почему? Потому что Бог является источником всех законов, в частности, и закона жизни. Кстати, знаете, 60-е годы, это хрущевское. Вы знаете, что удивляло меня? Мне никогда никто не сказал, ну откуда, сами понимаете, откуда, что прекратите вы эту критику атеизма. Нет, не говорили. Спасибо им большое.
Благодарю их за это. Вот так. Алексей Ильич, как вести себя детям в семье, если отец воинственно настроен против Бога и церкви? Ну, отец обо матери почему ничего, никакого слова, ничего не говорится? Никогда, что-то ни слова, очень немножечко странно так отец настроен. Вообще, я вам скажу так, религия – это та сфера жизни, которая решительно отвергает возможность какого-либо насилия в плане убеждения. Хорошо, отец отвергает. Ладно, мать не отвергает. Ну что же, пусть ребенок, пусть и ты, отец, говори, что Бога нет. Говори, пожалуйста. Не надо матери протестовать. Но только позволь мне, матери, моя мать, тоже буду говорить. Тоже. Ты даешь атеистическую литературу. Ну и я тоже дам какую-нибудь книжечку почитать. Пожалуйста, мы же разумные люди, и пусть ребенок выбирает. А мы будем говорить и ты, то есть точно так, как это принято во всем научном мире. Вот и все. Мать говорит, что трижды Отче наш, нам же, это хорошо. А поехать в Киевско-Печерскую лавру, вот там по полуночи, это уже шизофрения. Вот как бы вот мать так настроила. Ну что же. Ну что же, если это из-за этого будет скандал, и так что может даже семья разрушится, пусть не ездит в Киево-Печерскую лавру. Постарайся войти во внутреннюю клеть твою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. А мы думаем, там, в Киево-Печерской лавре, в Троице-Сергиевой лавре, Господи, ищем Бога. Царство Божие где? Внутрь вас есть, а мы всего ищем где-то такое. Можно съездить? Нет. Что апостол Павел пишет? Если муж неверующий, да, согласен жить с тобой так, а ты верующий, да, оставайся, оставайся, не разводись, а постарайся. Не спасется ли он? Чем? Если увидишь, что действительно христианство, смотрите, как меняет женщину, какой она становится. Из какой-то взрывоопасной особы вдруг она превращается действительно в человека. О, вот это христианство! Вот это я согласен. Все, я христианином буду тоже. Вот как надо. Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, что такое движение New Age? Ну, новый век, так, если перевести так, если попытаться перевести... Это какая-то смесь, винегрет, лучше сказать, винегрет различных теософских, индуистских, оккультных вещей. Вот что это такое. Причем это смесь, которая не имеет никакой определенной системы. Так что вы можете вот взять 3, 4, 5, 10 представителей, которых я представитель этого движения, и у них разные взгляды. Разные в чем? Разные в деталях. Но суть у всех одна. Какая же суть? Новая духовность. Эта духовность вся обусловлена моим ощущением, моим переживанием. Я могу ощущать что угодно. Ну, что значит что угодно? Могу всякие, ну, излучения, что ли, если хотите, найти сверху, да, вера, перевоплощение, да, могу, если хотите, да, ну, читать какие-то мантры и так далее. То есть там винегрет, но в этом винегрете нет никакой системы. Но главное, так, как мне кажется, главное, что оно утверждает, традиционные религии не справились с своей задачей, поэтому они все, любая из них, сама по себе уже негодны.
Ну и в первую очередь Европа была все-таки христианской. В первую очередь это касается христианства. Поэтому отвержение христианства. Кстати, интересно, что папа римский Франциск, он выпустил, да, написал одну книгу, и в частности там прямо призывает, прямо говорит о том, что мы должны обращаться и к мудрости восточных философов и мудрецов. То есть это, то есть вы понимаете, оказывается, это такой ничего конкретного, все перемешано, но главное вот это оккультный мистицизм, в котором позволено все что угодно. Вот так. Признание духовного мира, нужно знать духовного мира, что есть какой-то духовный мир. Какой? Это каждый по-своему. Может, есть Бог? Может быть, есть Бог. А может, просто и не Бог. Это как угодно. Но духовный мир признаем. Ну, в общем, это довольно такой, знаете ли, винегрет, очень насыщенный всякой всячиной. Какова взаимосвязь, соотношение между богословием и мистикой в православии? Ну, под богословием, по крайней мере, мы разумеем, это систему знаний о христианском вероучении и, о чем меньше говорят, о принципах или законах духовной жизни человека. Под мистикой, что мы разумеем, это очень интересно. Кстати, очень интересно. Мистика – это греческое слово. Но вы знаете, что оно к нам в русское богословие, например, пришло не от греков, а пришло с Запада. Вы скажете, ну какая разница? Вот какая разница. Кстати, наши даже старые книги, там все, например, вместо, например, сказать, мистагогического, говорит, тайно-совершительные или тайно-водческое, извините, да, там поучение, например, пришло с Запада. Почему подчеркиваю? Там, на Западе, это пришло буквально с какого-то 18-го, видимо, столетия примерно, так? Там слово «мистика» означало не что иное, как возможность переживания каких-то внутренних духовных состояний, неважно в какой религии, в индуизме, в христианстве, в буддизме, в исламе, неважно. Неважно. Поэтому, пишут, мистик, все мистики всего мира переживали одну сверхреальность. Слышите? Духовность или богословие, когда мы говорим о христианстве, оно прямо утверждает, что духовная жизнь – это не хаос переживаний, а это закономерный путь богопознания, которое совершается внутри человека по твердым законам духовной жизни, не хаос, и имеет твердые критерии. И, кстати, один из этих критериев прямо как раз и говорит о том, что горе тому христианину, который начнет стремиться и искать духовных переживаний, благодатных переживаний. Слышите? Почему? Да это такой же гедонизм, такой же сладострастие, только духовного порядка. Слышите? Один из важнейших критериев, о котором так строго предупреждают отцы. Мистики, напротив, вся суть в этом – достичь этих состояний, достичь экстаза. Ну, кстати, хочу вам сказать, какой пример, к чему пришло даже, к сожалению, этот термин перешел и в наше православное богословие, перешел и стали употреблять. И поэтому смотрю, вот у нас в Академии, например, смотрю книжку в библиотеке «Мистика Макария Великого». Профессора Московской духовной академии, дореволюционной. Я говорю, а вот знаете,
когда спрашивают. Слово «мистика» – это греческое. Эквивалент этому слову латинский – «оккультный». Я говорю, так, может быть, тогда давайте скажем, оккультизм, может, Макария Великого, да? Как такое? Я говорю, ах, поняли? Поэтому слово «мистика» по существу – это неприемлемо к духовному опыту православия. Неприемлемо. Но, к сожалению, очень глубоко уже этот термин пошел. К сожалению, я все время протестую. Мистика – это все расплывчато, все, любой религии, какой-нибудь веданте, да, состояние, семь долин медитации Рамакришны. Вот вам мистика. И сравнили, и откровения, которые получает православный подвижник. Ничего общего. Что, разве можно? Вот так. Какие у вас особенные чувства, если есть? Ну да, или как везде? Вот так я первый раз в жизни здесь, в Молдавии, первый раз в жизни. Я был в Америке, был в Австралии, был в Индии, был в Африке. Молдавии впервые, и я очарован. Просто наслаждение. Как здорово.